В регионе определили лучшую невестку года. В историко-культурном комплексе «Куни Тарас» 10 молодых невесток разных национальностей демонстрировали свои знания и умения за право называться самой образцовой хранительницей очага. Цель традиционного конкурса – популяризация национальных ценностей, обрядов и традиций, продолжит Алтын Шонгараева. 10 самых талантливых, обаятельных, умелых девушек из разных районов области состязались за звание лучшей невестки. Каждая из них постаралась продемонстрировать свою находчивость, умение приготовления блюд и знание национальных обычаев. Конкурсная программа для участниц состояла из 6 этапов. Визитная карточка, где участницы рассказали о своих семьях, представлении национальных обычаев и традиций, умение готовить национальные блюда и исполнение колыбельной. Правильно, поддержка женщины, которая замужем, она, роль ее очень важна. Я считаю, что данный проект должен быть на республиканском уровне. И пусть этот проект, он будет настолько масштабен, что каждая женщина могла себя реализовать и показать всему миру, что можно и быть и невесткой, и женой, и при этом мама, и при этом быть красивой и публичной личностью. Выбрать победителя было нелегко, признаются члены строгого жюри, в состав которого вошли знатоки культуры и традиций, опытные домохозяйки. Титул образцовой невестки завоевала Аружана Белькасым, город Тарас. Еркемай Муканова из Шуйской области заняла первое место. Второе место Зайжан Жаркасыновой, город Тарас. Третье место получила Роза Юнусова из Жамбылского района. Этот конкурс и есть олицетворение казахской культуры и традиции. Благодарю за организацию данного конкурса. Готовились очень долго. По итогам конкурса лучших келинок наградили дипломами, подарочными сертификатами и ценными призами. Алтын Шонгараева, Азат Байтимыр, Жамбыл Ньюс.